Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня у меня новая работа. У племянника свадьба скоро. Хочу им сделать маленький подарок. Это расписать свадебные фужеры, бокалы. И еще, наверное, распишу потом бутылку шампанского. Вот у таких я два фужера нашла. Конечно, хотелось бы повыше, но что-то повыше нету. Вернее, есть, но они слишком тонкие. А вот эти вот мне, чем они нравятся, у них они прям тяжелые. Ну вот решила я их расписать. Что я буду делать? Жидкостью для снятия лака я обезжирю их. Наверное, один сделаю как для мальчика в черном стиле, а этот будет беленький. Ну, какими-нибудь, может быть, бантиками или стразиками украшу. Еще, конечно, не придумала до конца, но так просматриваю, какие идейки, думаю, что сделать. Ну, вот так и начнем. Начнем с обезжиривания обязательно, потому что, не смотрю, слегка что-то как запыленные стояли. Тут что-то вот, короче, их надо капитально очистить. Начнем с этого.
но закончила я свои работы. Вот так они получились. Я их уже покрыла лаком. Но что-то мне понравилось лаком не очень. Ну вот на белом особенно фоне, на черном нормально дал желтизну как бы лак. Потому что он все-таки такой, как для мебели считается. Вот. Ну и здесь я тоже покрыла лаком вот до этих мест, ну, по выступающим немножко, чтобы получше держалось. Думаю, все-таки это свадьба. Ну, а может быть и не надо было. Но я покрыла. Вот так вот выглядят мои бокальчики свадебные для моего племянничка. А вот. Ну, а по бантикам что-то я не специалист. Ну, на этом все. Прощаюсь с вами. Но еще хочу добавить, что я еще хочу бутылку расписать. Вот, к свадьбе. Ну, об этом сниму отдельное видео. На этом все. Пока-пока.